Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Давно я не выкладывала какие-либо видео. И сегодня я хочу заснять домашнее видео просто о том, чем я сама пользуюсь. Вы увидите, что я являюсь 100% пользователем. Вот в данный момент мы находимся в моей ванной комнате. И я вам покажу, что у меня есть в пользовании. Вот здесь, например, шторка, да, в ванной. Вот такая шторка у нас. Это наша компания Faberlic на 1,80 на 1,80 м. Очень длинная такая, то есть и широкая. Нам очень нравится, то есть она прям вписалась в наш стиль, в нашу ванну. Вот. А еще, значит, забуду, я пользуюсь при стирке, вот такие у нас есть мешочки для стирки бюстгальтеров. Очень удобная вещь, прямо вот нужная для всех девушек, прям рекомендую. Замочки классно закрываются. И есть несколько вот таких мешочков тоже для стирки, то есть деликатные какие-то вещи. Я просто вкладываю в эти мешочки и закидываю в стиральную машинку. Шикарно, вообще ничего не растягивается, ничего не отклеивается, ничего не отпадает, никаких элементов от одежды. Вообще очень помощники такие классные. Дальше, что у меня есть... Чем я пользуюсь дальше? Также есть, вот видите, губки, то есть это все, наверное, пользуются, да, вот ребеночек, я, правда, здесь пришила вот такую держатель специально, чтобы удобно было. Это полочка мужа, небольшая по сравнению с моими полочками. А вот здесь у меня это легендарная серия ABC. Обязательно рекомендую. Гель для бритья, крем для депиляции. Вот чем мы пользуемся. Потом скраб для губ у меня есть. Обязательно, значит, зубная нить. У нас их тоже несколько. Вот, различные масочки. Сейчас я вам покажу. То есть это моя любимая для возрастных волос. А потом скраб, который очень хорошо питает кожу, увлажняет и отшелушивает омертвевшие клетки. Вот после вот этого скраба кожа очень мягкая, нежная. И любимая масочка для лета, это просто необходимое увлажнение. Тоже серия Эксперт. Прям очень нравится, я им пользуюсь с удовольствием. А для ухода по уходу за лицом у меня есть скраб, он заканчивается, отшелушивающий скраб для лица. Ну, рекомендуется после 30 лет использовать гамаш. Правильно, если вы будете его использовать, то вы получите результат очень хороший. Он также отшелушивает омертвевшие клетки, очищает и очень хорошо, кстати, охлаждает кожу. Прям такой приятный охлаждающий эффект. Моя легендарная любимая пенка, обожаю ее, она очень экономная, хватает надолго. Будет у меня отдельная серия по масочкам. У меня очень много масок вообще. Вот здесь активная крем-маска 2 в 1. Я ее либо наношу, оставляю на минут 20, либо умываюсь по утрам этой маской. Вот, она очень хорошо снимает воспаление на коже. Также осветляет, здесь на основе белой глины. Вот, какие-то воспалительные процессы, плюс здесь еще окситцинка, он хорошо матирует и стягивает поры. Поэтому обратите внимание на вот эту маску, если есть какие-то проблемы с угревой сыпью. Плюс обязательно, конечно, маска Detox из серии Oxyology, вот они в комплексе, прям вот очень хорошо решают проблемы с акне. Вот. Дальше роллер гель для очищения пор для лета, это прямо идеально. Наносите, оставляете на минутки две, потом начинаете массировать, прям скатывается все, вся грязь. Вот маска для глубокого очищения, это у нас серия для жирной комбинированной кожи. И скраб для ног. То есть, в принципе, вот этим всем пользуются, я думаю, что каждая девушка. Ну, вот я не переплачиваю в магазине, то есть у меня есть скидка в компании Faberlic, есть бонусы за каждую покупку, просто копится определенный бонус. То есть я бесплатно набираю, либо с очень огромными скидками. Поэтому не переплачивайте в магазине, попробуйте сравнить цены и качество. То есть у нас свое производство в Москве, самое крупное, кстати, в российское косметическое парфюмерное производство. И напрямую вы будете только доставку платите и все. Напрямую получать, вот у нас в Иркутске только 22 агентских пункта выдачи, то есть любой ближайший выбрали и спокойно получаете в любое время, то есть
оплата при получении. Легендарная пемза, классная, вот девчонки, вообще прям рекомендую, я ей пользуюсь с удовольствием, но опять же, чтобы не было потом такой шершавой кожи, необходимо по линии кожи вот именно ввести правильно, вот пользоваться опять же пемзой нужно уметь. Если вы будете правильно ее использовать, вам прям пяточки ваши будут гладенькие, плюс наш обязательно бальзам гладкие пяточки в комплексе просто идеально. Это у нас значит, здесь гели, шампуни. Кстати, это новая серия вот у нас. А я обычно пользуюсь серией Эксперт, либо салон Kia. Здесь взяла попробовать Ботаника, так как волосы я окрашиваю. И я брюнетка. А здесь яркость и шелковица для окрашенных эмалированных волос. Мне очень понравился, кстати, шампунь. По каталогу он всего 79 рублей. Для нас он что-то 59 рублей. Так что, девочки, вот просто попробуйте. Классная серия. Вот, любимые гели для душа, у меня никогда не стоит один, потому что зависит от настроения, каким я гелем буду пользоваться. Вот тоже новиночка этого каталога, значит, кедровые орехи, ежевика, очень интересный аромат, шоколад тоже есть, и перед сном обычно лавандовый сон, вот использую это гель для душа и пена для ванной, классно. Дочки, это вот с манго с ароматом, это гель и пена для ванны, очень вкусный такой. Шампунька вот детская, да, потом гель для душа, это кондиционер. Плюс подмываю я вот ее гель для купания младенцев, тогда не было просто для подмывания, сейчас отдельно купила, у меня есть в запасе. И обязательно для интимной гигиены вот всегда у меня стоит вот это средство, очень классное. Ну и мыло наше, это тоже наше мыло из детской серии. Поэтому вот все, что есть по уходу за телом. Дальше у меня есть полочка по косметике для дома, она на органической основе, вот чем я пользуюсь. Это средство для ванной. Вот такую помпу я купила на 15 рублей, стоит очень удобно, дозировано, наносишь на губку и наносишь уже на ванную. А потом оставляешь 2-3 минутки и отмывается, прямо вся грязь смывается. Вот такой флакон дозатор, их почему-то в наличии сейчас нет, очень ждем. Я сюда просто переливаю средство универсальное чистящее, то есть я его добавляю при мытье полов, также раковину мою и так далее. Средство спрей антиналет, тоже антибактериальным эффектом обладает. И, кстати, для ванны тоже я прям балдею этого средства. И универсальное антибактериальное средство. Обрабатываю горшок, где кошка у нас в туалет ходит, там раковину, унитаз и так далее. То есть абсолютно безвредно. Также у кого есть дети маленькие, можно обрабатывать игрушки, места для хранения игрушек. То есть очень удобно, оно абсолютно без запаха и безвредно абсолютно для деток. Для здоровья. Также есть и такая паста, лечебные травы. Здесь наши зубные щетки. Вот это силиконовые, всего по 99 рублей. Но им уже сколько, вот как они появились, мы пользуемся, еще не меняли. Кипяточком просто обработала и все. Дальше концентрированная зубная паста. Очень нравится, ее необходимо чуть-чуть, она прекрасно очищает зубной налет, его даже не чувствуется, вот если честно, вечером вы его не ощущаете на зубах, потому что эта паста препятствует образованию, также зубного камня препятствует образованию, вот, что еще, и размножению каких-то бактерий, то есть вот. Дочкина, вот это тоже зубная паста, мы сейчас пользуемся 0+, попробовали. Очень вкусная, прекрасно очищает зубная паста. Зубные щетки, они на присосках. Вот, пожалуйста. Вот. Дальше обязательно у нас ополаскиватель для полости рта. Следующее мыло, очень люблю, я прям вот нейтральные ароматы какие-то, мне очень нравятся, чтобы на руках не пахло. Жидкое мыло для рук, серия вот про руки, очень нравится, с алоэ верой, пантенолом. И детское мыло, тоже по распродаже взяла, чуть за копейки мне досталось. Очень вкусно пахнет фруктовыми леденцами. Вот. В принципе, все. Вот, кстати, тоже и полотенце Дом Фаберлик, очень удобно.
Потом еще есть в шкафчике, я сейчас покажу, средство для унитаза. Вкусный такой лимонный аромат цитрусовый, 5 в одном. Ржавчину, неприятные запахи, микробы удаляет. Вот такое, значит, вот такое средство тоже хватает надолго. И, конечно же, зеркала все. У нас зеркал очень много в квартире, и окна мы моем вот таким средством. Сейчас у меня замоченная салфетка, тоже Фаберлик. Я как раз в данный момент зеркала протирала. Вот. То есть очень нравится, поэтому не просто так говорю, а сама пользуюсь этим и рекомендую. Также у нас есть водный спрей-освежитель, пользуемся редко, но я просто не люблю никакие либо лишние ароматы. Но это абсолютно безопасное средство, не на водной основе. Вот. Мне очень нравится цветочный букет, а сейчас с фруктовой появился, с ароматом манго, каких-то экзотических фруктов, очень нравится. Вот. По 99 рублей по каталогу, обратите внимание, тоже они нейтрализуют запахи, они не просто их забивают, да. И вот те, кстати, спреи, которые продаются в магазине на основе химии, там бутаны и так далее, я точно сейчас не подскажу составу, да, здесь может быть написано, что не содержит. Видите, вода 30%, ПАВ на основе растительных масел, одушка, консервант, не содержит, здесь не указано. Бисперт, вот пропилентов, да. То есть они очень опасны для здоровья, потому что через дыхательные пути попадают они в легкие и так далее. И даже сам производитель тех, вот, которые я говорю вам про химию, которые продаются в магазине, их сам производитель рекомендует использовать, чтобы человек... Ну, допустим, использовал это средство и не находился в этом помещении. Но обычно как бывает? То есть мы набрызгали и ходим, дышим этим, да? Вот, поэтому обратите тоже внимание на инструкцию. Обязательно читайте внимательно. А эти абсолютно безопасные, поэтому почитайте. У нас очень большой выбор, разные ароматы. Вот, пользуйтесь. Далее это мои полочки, вот различные тут, это косметичка мужа, вот тоже компания Фаберлик, вообще классная, она непромокаемая, расческа, роллер, влажные салфетки, попку вытирать дочери, вот, тренажер муж у меня тоже занимается, руки качает, вот, спрей-отбеливатель. Значит, жидкий, очень хорошо в детское, в летнее время, допустим, перед стиркой я прямо прыскаю на носочки, на колготки, потому что с детского сада приходит, конечно, там очень состояние такое печальное, вот, ну и опять же после прогулок песочницы, сами знаете, у кого есть дети, да, поэтому опрыскали, плюс у сорочки, воротнички у мужа, да, на рубашках, вот, именно вот эти места перед стиркой опрыскали, закинули в стиральную машинку, прекрасно все отстирывается. Плюс, опять же, вот бывает, что, допустим, там компот пролила на диван, еще куда-то, да, ребенок, то есть тут же нанесла это средство, подождала минуты 3-4 и влажная салфеточка просто протерла, пятно просто исчезает на глазах. Вот, любимые мои кондиционеры, вот этим кондиционером я стираю взрослые вещи, да, это детский у меня кондиционер, он абсолютно без запаха, я прям вот люблю без запаха. Так, следующий, пятновыводитель, это мой любимый тоже, добавляю его при стирке, тоже когда очень много грязных вещей, вот, добавляю прямо к стиральному порошку. Вот такой контейнер у меня, здесь у меня хранятся наши порошки. Вот таким образом, кстати, у нас есть вот такие зажимы, если у кого-то нет контейнеров, можно использовать вот такой зажим, очень удобно, он стоит у нас 50 либо 40 рублей, а главное, чтобы кислород и влага не попадала вот в стиральные порошки, здесь у меня для деликатных стирок, и вот такой универсальный порошок для цветных вещей, то есть он вообще подходит для всех тканей, ну, имеется в виду для белых и цветных, очень удобно. Здесь, значит, косметика,
по уходу. Здесь моя косметичка, это я, по-моему, попозже расскажу. Здесь, значит, вся моя, вот весь мой арсенал, чем я пользуюсь. Кстати, вот эта кисточка вообще обалденная. Я думала, что, ну, вначале мне показалось, что Диди сейчас он с SPF 30 как раз прямо вот необходим, чтобы выходить на улицу, да, я наношу Диди крем, он с SPF защиты 30 идет. И вот когда наносите с помощью вот этой кисточки, он не кажется таким плотным, вот классно вообще распределяет. Мизороллер, здесь средства по уходу за ногтями, обожаю вот этот набор по уходу за лицом, значит, платинум, полностью очищение кожи у меня тут есть, я потом подробно в другом видео, чтобы время много не здесь не занимать, я вам так покажу, что это я всем этим пользуюсь. Мужа тоже немножко есть. Потом есть вот триммер тоже, а муж с удовольствием пользуется тоже компанией Faberlic. Вот представляете, сколько всего. То есть вот это волосами у меня с нашей компании с Faberlic, да, восковые полоски, кто пользуется, очень классно. Здесь их получается 16 штучек, тоже очень экономно расходуются. Поэтому, вот, пожалуйста, это все, чем мы пользуемся. Ну, не все, конечно, еще очень много всего. Будут дальше видео о моих пустых баночках. То есть я расскажу впечатления, свои результаты, что понравилось, а что нет. Следите за моими видео. Буду добавлять. И также обязательно расскажу поподробнее о вот этой полочке, то, что здесь у меня представлено. Поэтому до встречи, всего доброго, спасибо за лайк, подписывайтесь на мой канал, с любовью, Елена.